Всем привет, и это мой новый влог. Мое утро началось с того, что я помыла себе челку, потому что мне было лень мыть всю голову. Но потом я налила себе водички в свою новую просто великолепную кружечку. Завтракала я хлебцами и сыром. В общем-то, девочки мои, я вчера уснула часа в 3-4 ночи, потому что я вообще хотела спать уже час ночи, но я увидела историю одной девочки, она там выкладывает историю, говорит мне, Джинни и Джорджия, второй сезон. Я такая, что? Просто что? Я офигела. Я побежала смотреть Джинни и Джорджию. Понимаю, я сейчас выгляжу странно, но я не могу с вами с этим не поделиться. Я смотрела Джинни и Джорджию, и у меня просто кипел мозг, потому что я не понимала, там эти серии как-то очень странно расставлены. В первой серии одно, и первая серия никак не взаимосвязана со второй. Вообще никак. Я не понимала, что происходит, поэтому я перестала смотреть, а еще интернет меня очень сильно подвел. Вот. Я высушила свою челку, я первый раз помыла только челку. И выпрямила волосы, они, кстати, начали желтеть. Это не очень, но ладно. Вот наклеила патчи, потому что еще чуть-чуть поплакала, потому что там какие-то моменты такие были, что прям очень хотелось плакать. Вот. И мы пойдем сейчас в кино. Вот я очень рада. Это что такое? Это патч. Надо губы накрасить. Все, я вот так вот оделась. И накрасила губы помадой и карандашом. В общем-то, я забрала своего братика. Он был на ночевке. Крутой. А мы сейчас едем в кино на Аватара. Скажи что-нибудь. Всем пока. Мы уже приехали в юбилейный, и просто посмотрите, все тает. На улице плюс 3, блин. В январе плюс 3. Какого фига? Мы пришли покушать. Тут так красиво. Тут такое меню. Посмотрите, какой прикольный пряничный домик. Точнее, печенюшечный. Я сейчас буду выбирать, что будем кушать. Пиццу какую-нибудь. И вот нам уже принесли нашу пиццу, салатик, картошку фри. В общем-то, мы уже покушали. И до нашего сеанса осталось 8 минут. Поэтому мы идем. А там кому-то будут делать предложение. Вот там люди сидят. Мы приехали в Магнум за продуктами. Я взяла своему братику себе вот такие вот булочки с корицей. Итак, в общем-то, я уже дома, мы посмотрели «Аватара». Это просто настолько классный фильм, что просто капец. Я пыталась посмотреть вчера первую часть, но у меня не особо получилось. Но вот если вы хотите посмотреть какой-то фильм, посмотрите «Аватара». Я очень люблю такие фильмы наподобие там «Мирского периода», вот этот «Аватар», и они очень классные. Просто 10 из 10, посмотрите его обязательно, это очень классный фильм. Но я сейчас буду тренироваться, и потом пойду мыться. Я сейчас пойду мыться и попробую вот этот скраб, который подарили моей сестре, он с кокосом. В общем-то, я помылась, сейчас буду делать масочку. В общем-то, мы уже выехали из дома, приехали в Император, чтобы посмотреть вещички. Я возьму себе вот такую вот футболочку. Я ее взяла в Lime Shop или L Shop.
Но потом мы пошли в Манго, взяли мне вот такие черные джинсы, и из-за того, что это килоты, они мне как раз по длине. Но потом мы просто начали ходить, гулять по магазинам, приехали вот в Алем, а потом пошли кушать мою любимую лафесту. Я уже дома. Я, кстати, купила себе одежду сегодня, когда мы ездили в город. В общем, мы ездили в город для того, чтобы моя сестра купила себе платье куда-то. А я сейчас, скорее всего, буду снимать видосик. Вот. После того, как я сняла видео, мы съездили с мамой в магазин, но я там ничего не сняла. И мы купили мой любимый ананас. Всеобщим любимцем меня повысили. Дали кабинет с видом, и у меня был свой персональный горшок. В общем-то... А мы посмотрели две части босса Молокососа. Я посмотрела пацанок, только финал я не досмотрела. Джинни Джорджия на 5-й серии, рассказываю вам, не знаю, зачем вам это. И сделала тренировочку. Аж целых две сделала. Но одну я сделала не до конца, но это не важно. Ну и на этом я хочу закончить свой влог. Так что если тебе он понравился, то ставь лайк, подписывайся на мой канал. А я тебя очень люблю. Если улетали зам, мой щеки не зам, сори, это ночь, то ли это день, забывал неоновый луч, нарисуйте.